хотел бы выразить одну мысль, что собственные рейтинговые агентства, они иногда выглядят примерно как Центральная избирательная комиссия под водительством Чурова, которая рейтинги для своих, пусть даже они сукины сыны, для своих сукиных сынов, всегда выставят заоблачные. Так тут есть опасности с обеих сторон. И вот на наш взгляд выход, который я пытался представлять в докладе, заключается в том, чтобы прозрачность и жесткость требований к рейтингу образования, индекса образования, делалась бы по методологии естественных наук, вот той самой физичности, о которой я говорил, чтобы он отражал объективные свойства предмета нашего строительства, страны, государства или каких-то субординированных социальных пирамид, там, образования, здравоохранения и тому подобное. В противном случае это будет манипуляция такого же сорта. Спасибо за доклад, очень важная тема.